Санкт-Петербурге напротив полыхающей Невской мануфактуры произошло возгорание другого здания. Автор ролика показал, как на доме начала загораться кровля, после чего образовался дым над всей территорией здания. Видеозаписи были опубликованы в Telegram. «Все, дом загорелся», – комментирует автор видео. Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар на Невской мануфактуре. Пожару присвоили 5-й максимальный уровень сложности.